наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди ответственны и терпеливы. Символом этого имени выступает ответственность и помощь, достигаемые любовью, переживаниями и защитой. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.